возбудилай. Щеняток клянчили, дай. Съестное у спешащих на работу, прохожие ругались, не заботу. Щенки мазали лапами их одежду, с глазами умоляя, храня надежду. Но однажды утром глубоким я не услышал щенков с подозрением убогим. Почувствовал унынеющего во сне глухо, чего-то явно не хватало в сумятице звуков. От светов, предшествующих пробуждению, возникла пустота, переходящая к удивлению. Она была подобна воронке большой, засасывающей мой сонный покой. Я щенков не слышу, сказал я тихо, с таким ужасом, словно не нашел пульс на руке, как контуженный. Сказала жена, несколько секунд и уже не до сна. Уже прыгал по ступенькам, забурлила, мысли в лихорадке, машина задавила. Как всех четырех быть не может? Я выбежал на солнце, кто поможет. Запах горячей земли и травы, негромкие звуки авто. Засвистел, зашумел, повторяя имена щенков, поочередно в разнобой, будто нападали пинков. Обошел поросший кустами неприбранный дворик, заглядывал под каждый куст, там лишь алкоголик. Бежал вокруг удивительного дома, спрашивал у прохожих возле гастронома. Огорченный я вернулся домой. Марыся вспомнила, и кто-то звал за собой. Мужик какой-то сиплый. Я смотрел на Марысю всем видом в крик. Вспоминай, что говорил тот мужик. Найду его по голосу, где старики. Спрошу, где мои щенки.